Университет третьего возраста вышел на новый уровень. Теперь пожилые тюменцы проходят обучение по мировым стандартам WorldSkills. По окончанию курса студенты 50+ получают не только перспективную специальность, но и возможность открыть собственное дело. На кого учатся и о чем мечтают, узнала Мария Павленко. Ну, она вообще клевая тачка. Как по маслу прям. Ольга Кукуева выглядит моложе своих лет. Постареть ей не дает любимая работа. В свои 50 женщина готовит к выступлениям на сцене студенческие коллективы, отвечает за костюмы артистов. Чтобы создавать модную одежду, мало иметь чувство стиля. Нужно освоить современные техники кроя. За этим Ольга пришла на курсы технологии моды. Первый комплект в одном колледже города Тюмени я шила из ткани, которая на вафельные полотенца. Вафельная ткань. Вот, ну, с коллегами. И вот так потихоньку мы стали в жанре театр мод делать коллекции. Но я не умею шить все. Хочется шить все, но я не умею шить все. Здесь студенты в 50+ учат работать с разными видами швейного оборудования, разбираться в тканях и модных тенденциях. В новом сезоне проекта «Университет третьего возраста» курсы проходят по мировым стандартам WorldSkills. Сейчас все желающие могут предпенсионного и пенсионного возраста могут обратиться к нам и пройти подготовку по трендовым направлениям. Пожилые люди могут получить при окончании документ государственного образца, и потом уже это хобби, увлечение может перерасти в профессиональное дело, профессиональное занятие. Вот будем такую фигурку делать. Сейчас мы делаем поставочку сюда из шоколада темного. Потом будем с белого шоколада делать шар. Еще одно новое направление – кондитерское дело. Здесь учат создавать многоярусные торты, шоколадные фигуры и конфеты. Среди студентов бывший военный Эдуард. Работает охранником и много лет занимается боксом. А сейчас решил исполнить мечту детства – делать десерты и, возможно, сладкий бизнес. Пару лет можно поработать на кого-то, на предприятии. Ну а потом уже, когда смысл этой профессии поймешь, специфику. Так что там уже видно будет. А вот Людмила Паршукова уже открыла свой шоколадный бизнес. До пенсии 2 года, но отдыхать она не планирует. Будучи экономистом, никогда не занималась торговлей. А оказалось, изготовление конфет не только интересное занятие, но и прибыльное. Начала делать и начала домашних угощать и тех, кто приходит к нам в дом. Начали просить, предлагать. Угощать пришлось больше, а потом начали мне за это платить деньги. Теперь Людмила готовит портфолио, чтобы широко заявить о себе в соцсетях. И даже разработала собственный логотип. Кстати, тем, у кого нет идей стартапа, предлагают пройти курсы «Бизнес на пенсии».